В данный момент цивильный корпус АЗОВ уменьшил свое присутствие на блокпостах, конкретно на пункте пропуска Чангар, в связи с тем, что вступило в силу постановление Кабинета министров об ограничении ввоза товаров на территорию оккупированного Крыма. Мы уверены, что мы должны присутствовать на пунктах пропуска вместе с пограничниками, и эта необходимость она подтвердилась позавчера утром, когда сотрудники Службы безопасности Украины арестовали, по нашим данным, практически весь личный состав пункта пропуска Чангар пограничников за то, что они за деньги пропускали людей с оккупированной территории на оккупированную, тех, кого они не имели права пропускать, преступников, контрабанду и так далее. То есть присутствие общественности здесь просто необходимо, чтобы хотя бы минимально исполнялся это постановление Кабинета министров. Пока что идут переговоры. Мы поэтому не досматриваем проезжающий здесь транспорт, а только наблюдаем за соблюдением порядка и выборочно останавливаем некоторые автомобили, которые вызывают подозрения, чтобы проверить, не проезжают ли там разыскиваемые преступники.